здравствуйте. Возможно, вы уже знаете про мобильную версию сайта кинокомплекса «Современник», но еще не успели ей воспользоваться. Чтобы вы поняли, как это просто и удобно, я покажу вам, как это делается. В адресной строке набираем sovr.info и оказываемся на главной странице сайта. Здесь много интересного. Например, можно посмотреть расписание фильмов, узнать подробную информацию по интересующей вас картине, бронировать билеты, находясь в любой точке города. Теперь «Современник» стал еще ближе. Удобно, правда?